Друзья, привет! С вами Александр Дагадин и Диана. Сейчас мы скачали игру «Маша и Медведь». Вот, сейчас хотим посмотреть, что здесь будет. Какие игры здесь будут. Смотри, первый обеденный стол. Да, по порядку. Давай. Ух ты! Можно я сыграю? Так, нажимай на шашечки. Ага. Ну еще все остальные, так. Ну да. Порядку. Шашечки давай собирай. Все. Теперь. Так, куда это? Мусор? Вот тарелочку. Нет. Мусор, то есть. Смотри, как здорово. Да. А где еще? Малека-малека. Мусор. Вот. Вот. Весь мусор убираем в мусорное ведро. Карандаш. Так, карандаш куда нам? Что? Может, его тоже надо выкинуть? Тоже выкинуть. Полотенчик давай повесим. Может, выкинуть? Нет, полотенчик надо повесить. Вот, на кресло. Чайничек поставить. Крышку. Куда его? Это, нет, стоп. Это у нас, может... Я думала, может, куда-нибудь сюда положить. Так, куда нам полотенчик-то повесить? Подожди, вот. Вот сюда. Маша, да, задумалась. Маша. Я сама. Вот. Вы... Так, ставим что, чайничек. Ход сахарница. Так. Это вот сюда. Не. Ну не. Ну а куда поставить? Вот, смотри, стол. Вот, рядом с самоваром. Так, бублик. И, наверное, бублики туда. Нет, вот сюда, смотри. Раз. Два. Два. И три. Так, где-то еще бублик, нет? Сахар. Это сахарница. Я же сказал в первую очередь, что сахарница. Да. Так, блюдце ставим. Это блюдечко. Это что такое валяется? Так, что нам надо? Во. Все, поставили. И все. Так, идем дальше. День варенья. Знаешь, такую песню, что-то там варенье. Положи ягоды в нужную банку. Может, я положу ягоду? Так, малина. Малина. Малина на шишки. Малина, шишки. Опять малина. Где ж клубничка-то? Вот она. Так. Клубничка. Часы. Зачем часы? Ну? Часы не нужны. Давай, быстрее, быстрее. Ой. Давай, ай, блин. Кто там меняется? Может, часы нам не нужны? Ура! 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 Это Мишка. Миха. Это Мишутка. Мишутка меняет, да? Да. Ёлки-палы, зелёнки. Нифига, сколько мы собрали уже. Никто так. Не лопнет там, а? Никто быстрее, там... она говорит, быстрее давай. Никто там не лопнет. Маша. От столько варенья, а? Не знаю. Я думаю, что Маша лопнет. Всё. Так, следующая игра, фотография 9 на 12. Так. Вот, вот. Давай хорошо. Нас здесь надо выбрать. Оп. Фотографируем. Где заяц? Вон он, заяц. Миша. Панда. Это... Волк. Как его зовут панду? Хрюша. По-моему, его как-то там. Он козел.
А мне кажется, это девочка. Девочка, да? Пингвин. Это у нас... Ай, быстрее фоткаем, где Хрюша он. О, не тот, промахнулись. Свинка. Тигр, пингвинчик, козел позирует. Миша. Волк. Еще раз волк. Еще один волк. Их два волка. Так, пингвинчик. Зайчик. Волк. Волк. Панда. Как можно их Мишка. Фоткать, а? А там время, видишь, идет. Ой, не тот. Так, козел. Козел, я сказала. Сейчас мы их быстренько отфотаем всех. Чтобы они были красивыми. Красивыми. Знаете, как они нам позируют. Так, где Мишка? Вон Мишка. Тигр. Волк. Если правильно сказать, мне кажется, это волк. Это где лев, что ли, как там его звали. Я не помню. Ура! Быстрее! А что он нам говорит? Ой, осталось у нас совсем чуть мало времени. Все, мы выиграли. Так, следующая игра у нас называется... Она закрыта. А, она закрыта? Так, а что надо сделать? Ну-ка. Интернет, видишь? Интернет нужен, да? Угу. Маше нужен интернет. Алфавитка. Да... Друзья, ну если вам понравилось это видео, да, поставьте нам лайк, напишите комментарий и подпишитесь на нас, на наш канал. А мы сейчас посмотрим, что там можно скачать, подключить, может что-то купить надо будет. В общем, увидимся в следующих сериях. До встречи!